Вот единственную шайбу Югры оформил. Ну что, новый... Данному Кузнечане атакуют. И где шайба-то? Ничего себе, это гол! Да, это гол. Похоже, что так. Действительно, и счет-то в матче открыт. Игорь Величкин. Ох как! И 3-0! 3-0! Бирюкова сейчас посадили просто. Практически посадили на пятую точку. И 3-0 счет становится. Вот это да! Вот это Новокузнец! Здорово пресекли ее силовым приемом, быстрым. И тем не менее, хорошая атака! 4-0! 2-1 выход. И все разыграно как по нотам. Головотяпство в защите у Югры. И вот чем оно заканчивается. Как не сумел прервать эту передачу Андрей Шефер, мне лично не понять. Потому что там, по-моему, вплотную к его конькам шайба прошла. Но и отмечаем, что вновь, да, даже между коньков шайба-то прошла. И вновь Игорь Величкин поучаствовал в голевой атаке.